поменял схему светофорного регулирования на перекрестке улиц Маяковского и Туполева в Твери. Там появилась новая секция для поворота налево. Теперь водители, которые двигаются по улице Туполева в сторону Затверича, должны дождаться зеленого сигнала на дополнительной секции. Такая же схема движения для тех, кто хочет повернуть на улицу Туполева в сторону Восточного моста. Отметим, что раньше, чтобы повернуть по этим направлениям, надо было ориентироваться на основной сигнал светофора.